Эй, всем привет! Рада снова вас видеть. Скажите, вы знали, что авианосец Арасаки стоит в порту Найт-Сити? Это Куджира, что значит кит. Видимо, Арасака решила, что в японских водах ему опасно. Того и гляди, местные китобои загарпунили бы в научных целях. Неплохая демонстрация силы. Интересно, чем ответит Милитех. Может быть... Тогда они становятся крепкими и упругими. Упруги? Я подумываю поменять хром. Есть что новенькое? Есть кое-что.
Ви, тут такие новости. Я поговорил с Дексом, пока тебя кромсали. Он подъехал, чтобы с тобой поболтать. Парканулся тут в двух шагах, около Грамши Бургерс. Окей, постараюсь договориться. Ты чего? Кто-то понравился? Привет, нет, хочу тебе кое-что предложить. Дело довольно деликатное. В последнее время на улицах стало много киберпсихов. Ты, наверное, в курсе. Меня эта тема очень интересует. По разным причинам. Есть люди, которые считают, что киберпсихоз можно вылечить. Ага. Слушай, я понимаю, как это звучит. Но мне кажется, что экспериментальная терапия — это лучше, чем пуля в башке. Если я узнаю, что у кого-то приступ, я тебе позвоню. Может, ты успеешь что-то выяснить до того, как приедет Макс Дан. Только не забудь, тебе не нужно никого убивать. Попробуй просто вырубить психа, я тогда пришлю за ним машину. Надеюсь, все понятно? Не только вам! И вы надеетесь, что те, кто продал вам механические глаза, удержат так отношения и без того покрепят? Камеры окружают нас
Йоуми Сви. Рад встрече. Декстер Дешон. Собственной персоной. Езжай. Не против, если я сначала спрошу? Что, на твой взгляд, лучше? Быть никем и спокойно дожить до старости? Или вписать свое имя в историю и отдать Богу душу еще до 30? Это что, проверка? Нет, просто моя любимая тема. В смысле, загадки? Нет, мисс Ви. Философия. Теперь слушай. У меня на примете серьезное дело. Гораздо серьезнее, чем громить притоны мусорщиков. Погоди, дай-ка теперь я спрошу, Декс. Зачем это все? Причем тут я? Ты мог позвать Джеки или Тибак. Мог рассказать все по телефону. Я старомоден. Люблю смотреть в глаза тому, с кем работаю. С Декстером я уже встречался. Тибак помогала мне еще 2 года назад. Вот тебе и ответ. Кроме того, у меня есть маленькое задание специально для тебя. Я расскажу. И что за дело ты приметил? Есть один прототип. Биочип, если точнее. Его надо забрать. Вот и все. У корпорации, наверное. Угу. У Арасаки. Это же не проблема. Не проблема, а смертный приговор. Найдите их территории. Они же нас раскатают. А как иначе, мисс Ви? Больше риск, больше добыча. Первое правило посмертия. Да и я тоже не дурак. Сделаем все так тихо, что не оставим даже следов, которые надо заметать. Мы друг друга поняли? Ты уже все придумал? У тебя есть план? Расклад такой. Сначала уладь небольшое дело с парнями из Мальстрёма. Потом поговори с заказчицей биочипа. Ничего сложного, она просто нервничает, хочет увидеть исполнителя. Расскажи о нашей заказчице. Зачем ей меня видеть? Ее зовут Эвелин Паркер. Я пытался пробить ее по базам, начал спрашивать по городу. Так, и что? Откликнулись ребята из Пасифики. Попросили, чтобы я перестал спрашивать. А девочке просто хочется увидеть того, кто будет выполнять заказ. То есть пойдет прямо в пекло. Меня там не будет. Тибак не очень любит людей. А Джеки не лучший представитель, сама понимаешь почему. Так что выбор пал на тебя. А что за дело надо уладить с Мальстрёмом? Вставляй щепку. Классическая история. 2 недели назад банда психов перехватила груз Мелитеха. Разжилась техникой. Корпораты до сих пор не знают, что это были мальстрёмовцы. Среди этой техники был Болт. Маленький боевой робот. Прототип. Образец передовых военных технологий. Мне нужен этот бот. Без него мы не доберемся до чипа и не попадем ни в какое светлое будущее. Только учти, это игрушка на один раз. Деньги за болта уже заплачены Мальстрёму. Проблема в том, что контракт я заключил с человеком, которого звали Брик. Он был у Мальстрёма главарем. Мы ударили по рукам, а через 3 дня его сместил ближайший друг и сподвижник Саймон Рэндалл, он же Ройс. Теперь он главный, и я понятия не имею, что он думает о контрактах своего предшественника. Вдобавок ко всему, украденным грузом очень интересуется некая Мередит Стаут из Мелитеха. Что за человек этот Ройс? Просто психопат. Из тех, что любят хром. Тут таких много. Твоя правда. Отличие только в том, что не все отправляют друзей в промышленную микроволновку. Говорят, сначала лопаются глазные яблоки. Чпок, и все. Потом тело превращается в гуляш. А кто эта мадам?
Корпоратка из отдела безопасности. Носится по городу, как угорелая, спрашивает, куда делся груз. Возит в багажнике парня, который как-то причастен. Корпорации не прощают ошибок, поэтому она уже, наверное, отчаялась. Подумай, как обернуть это себе на пользу. Думаю, контакты этой сыщицы лишними не будут. Пересылаю. Думаю, я знаю все, что надо. Пора за работу. Как приятно слышать. Встречу с Эвелин Паркер я тебе устрою, а болтом займись уже сама. И еще, мисс Ви. Так тихая жизнь или смерть в лучах славы? До скорого. Джек, я поговорила с Дексом. Гордит ты большой человек во всех смыслах, скажи. Большой перестраховщик, я бы сказала, и своего не упустит. Мы не получим большой заказ, пока не поможем ему с парой мелких. Там какой-то бот, военная разработка. Мальстрёмовцы его спиздили, а Декс купил, но только не получил. Потому что у них сменилось руководство. Да, слышал. Ройс устроил Брику дворцовый переворот. Типа того. Декс сказал нам поговорить с Ройсом. Еще дал номер какой-то бабы из Милитеха, но... не знаю, как она нам поможет. Чинган. А не слышу восторга в голосе. Ты что-то знаешь про Ройса? Ройс просто наглухо ебанутый. Для него хром, как наркота для торчка. Еще вот какое дело. Мне надо встретиться с нашей заказчицей, Эвелин Паркер. Тебе? А так что будет делать? Ездить в лимузине и болтать с девочками? Паркер потребовала кого-то из команды. Декс решил отправить меня. Ну, хозяин, барин. Итак, с кого хочешь начать? С мальстрёмовцев или с Паркер? Я бы сначала встретилась с Паркер. Надо посмотреть, кто она и чего хочет. Орле, тогда я поеду к Whole Foods и посмотрю, что там почем. Hasta luego. Я нигде не жду.
Привет, красотка. Не хочешь топовый брейн? Ладно, я зайду. Погоди, сначала правила. За несанкционированную запись положено наказание. Руки не распускать. Наркотики принимать запрещено. Все просто. Если тебе кто-то понравился, находишь в каталоге, заказываешь брейн-данс и идешь в кабинку. Я что, из детсада, по-твоему? Типа ничего не знаю? Окей, дверь открыта. Развлекайся, крошка. Добро пожаловать. Ты смотри, какое миленькое личико. Да он ее уже бросил. Кто бы сомневался. Привет. Будешь что-нибудь? Кстати, если бар Лизис, значит, Лизи хозяйка. Уже давно нет. И это малоприятная история. Умеешь заинтриговать. Лизи когда-то держала тут стрип-клуб. Назывался «У Лизи». У девочек были неплохие ставки, страховка, охрана. Хорошее место было. А, история о золотых деньках. С неизбежным крахом и сладкой ностальгией за неизбежным стаканом. Горькие истории проще глотать под горькие напитки. Так что пошло не так? Лизе пришили тигриные когти. Один из тигров зверски избил одну из девушек Лизи. За что Лизи на месте отстрелила ему яйца. На следующий день банда вернулась. Лиз погибла. Получается, они потом решили, пусть Шельма это место держит? Типа того. Шельмам пришлось с ними договариваться. Они быстро собрались, мозги у них были где надо. За главную теперь Сьюзи Кью. Но вывеска осталась в знак уважения. И с тех пор бизнес процветает. Я ищу Эвелин Паркер. Ты не знаешь, она здесь? А кто спрашивает? Человек, который дает большие чаевые в обмен на ответы. Чаевые — это всегда хорошо. Но прости, мне платят не за то, чтобы я болтал. Мне платят за другое. Все в порядке, Матео. Я ее ждала. Эвелин Паркер. Я сразу поняла, что это ты. А чё сразу не подошла? Хотела немного на тебя посмотреть. Почему мы встречаемся здесь? Есть особые причины? Мне кажется, это место не то, чтобы в твоем стиле. Приму за комплимент. Пойдем. Тут слишком много любопытных ушей. Мы будем в лаунже, Матео. Если что, нас ни для кого нет. И чем такая гадкая девочка все может помочь честно. Такому хорошему мальчику? Почему ты не хочешь сказать мне правду? Любишь ванит? Я уже сказал. Или что-нибудь поговорить. Декс много о тебе рассказывал. Говорил, ты эффективно работаешь и никогда не подводишь. Надеюсь, он не преувеличивал?
Я профессионал. Команда у меня проверенная. Мы не провалили ни одного дела. На этот раз дело будет посерьезнее, чем грабить терминалы в подворотнях. Намного серьезнее. Я в курсе. Это как раз мой уровень. Декс сказал, работа будет опасная. Кстати, вы давно работаете вместе, ты и Декс? Пишешь его биографию? Прости, я не то чтобы много знаю. Другими словами, вы знакомы всего ничего. И все-таки он выбрал тебя. Любопытно. Окей, звякни Дексу, если у тебя какие-то сомнения. Я подожду, нет проблем. Он скажет мне то, что я уже слышала. Или то, что я хочу услышать. В этом смысле, хуже фиксеров только продавцы подержанных авто. Так что придется мне пока положиться на чутье. Давай лучше про заказ. Что ты хочешь сделать? Я так понимаю, тебе рассказали про цель. Биочип. Ключевая деталь программы «Сохрани свою душу». Мы переходим дорогу Арасаки. Эти ребята точно захотят отправить нас в лучший мир. Да, они вложили миллиарды в технологию переноса личности. Но меня интересуют только данные на чипе. Он сейчас находится в отеле Кампеки Плаза. Знаешь, где это? Была там? Не приходилось в таком районе бывать. Жаль, фреши у них божественные. Шеф-повар явно продал душу дьяволу. Так, где именно хранят чип? В люксе на последнем этаже. Там живет Юринобу Арасака. Юринобу Арасака? В Найт-Сити? Ты не читаешь газет? Это на всех первых полосах. Только ленивый не написал, что Йори приехал в Найт-Сити. Он последний сын Сабура Арасаки и главный наследник. Ему должна перейти вся корпорация. И что? Арасака-младший приехал в Найт-Сити, чтобы захватить власть? Мало кто в Найт-Сити знает, какие на самом деле планы у семьи Арасака. А ты как раз знаешь. У каждого из таких шишек своя армия по вызову. Я уверена, что к отелю сейчас вообще не подступиться. Фишка в том, что у Юринобу нет никакой охраны. Совсем. Причем уже давно. Это почему? Знаешь поговорку про разведку Арасаки? Когда ты чихаешь в Найт-Сити, в Токио опадает цветок сакуры. Юринобу уверен, что охранники постоянно доносили на него отцу. То есть мы крадем даже не у корпорации, а у самого Юринобу Арасаки? Юринобу марионетка. Все его влияние пошло коту под хвост, когда он поссорился с отцом. Сабура уже много лет крепко держит его за яйца. И вполне может их оторвать, как только поймет, что сын опять принялся за свое. Ну ладно, если у тебя есть в рукаве какой-то туз, самое время его вынуть. А теперь держись крепче. Начинается самое интересное. Юринобу сам вынес чип из лаборатории Арасаки и договорился продать его сетевому дозору. Уже поняла, что у меня за туз? Или надо разжевать? Погоди, дозор вроде держит нейтралитет. Дозор занимается безопасностью корпораций, и корпы за это платят бешеные миллионы. Однако это не отменяет того, что в наше время святых нет. Все хотят урвать побольше. Чтобы выиграть, надо идти ва-банк. Какие у них с Юринобу условия сделки? Неважно. Сосредоточься на биочипе. Что могут предложить бравые солдаты киберпространства? Тайны его врагов? Это тебя вообще не должно волновать. Твоя задача — устроить так, чтобы сделка не состоялась. Значит, чип лежит без охраны, потому что Юринобу вынес его без спроса. Где он тогда его держит? Скорее всего, в контейнере, где воссоздана органическая нейронная среда.
Но выглядеть это должно, думаю, как обычный дипломат. Окей, где он? Скоро сама увидишь. Если, конечно, не хочешь еще посплетничать о семье Арасака. И еще один вопрос. Что за данные на этом чипе? Это не важно. Вообще. Мы говорим о данных, которые Юринобу спер у Арасаки и хочет передать Дозору. Это не может быть неважно. Послушай, Ви, чип нужен мне. Тебе нужны деньги. Давай исходить из этого. Ты выполняешь задание, я перевожу на твой счет кучу денег. Что еще ты знаешь про Юринобу? Довольно много. Он изучал биотехнологии и финансы в Токио. Скорее всего, не по своей воле. Сабура готовил его себе в преемники. Потом сыночек вдруг стал самостоятельным и на несколько лет ушел из корпорации. В итоге блудный сын вернулся в семью, но осадок остался. Но это с одной стороны. Есть и другая. Это умный парень, у которого свой собственный взгляд на мир и свои планы на Арасаку. Этот трюк с биочипом может стоить ему всего. Да, просто он поверил в то, во что все тут верят. Что можно попытаться и получить контроль над чем угодно. Окей, что теперь? Теперь самое интересное. Пойдем. У тебя будет возможность распланировать операцию по брейндансу из Кампеки Плаза. Зачем мне брейнданс? Тут нужны факты, а не ощущения. Думаешь, по брейну можно только дрочить в кабинках на цифровые сиськи? Ну, я посмотрю. Вовсе нет. Брейнданс позволяет анализировать детали. Нюансы, недоступные зрению, даже прокачанному. Тебе это пригодится. А что на этой записи? Апартаменты Юринобу. Изнутри, в подробностях. Тебе надо будет найти чип. Надеюсь, запись для этого достаточно подробная. Стой, это ты записала материал? Ага. Через видеоимплант. А что такое? Если на записи квартира Юринобу, значит, ты там была. Вы с ним знакомы? Как иначе я бы туда попала, по-твоему? Знакомы. И очень хорошо. Мы бизнес-партнеры. Сотрудничаем на взаимовыгодных условиях. Покажи мне брейнданс. Сейчас Джуди все покажет. Она сама из Шельм. Мы с ней знакомы не первый год. Ви, один важный момент. Джуди мне помогала не раз и не два. Я ей доверяю. Но она одна из Шельм. То, что я с ней работаю, не делает ее твоей напарницей. Поэтому будь хорошей девочкой и держи язык за зубами. Расслабься. Я не дура. Понимаю, с кем и как надо себя вести. О, привет. Это Ви, она за материалом. Ви, это Джуди, лучший монтажер брейн-танца, которого я знаю. О, не начинай. Меня сейчас стошнит. Усилители сенсорики, индикаторы эмоциональных и акустических волн. Ничего себе оборудование. Почти все модифицировано. Заводские только корпуса. Сама улучшаешь? А ты как думаешь? Это же транслятор мимики Фуюцуки, да? У этой серии вроде были проблемы с матрицей. Так-то да, но в другие модели не вставишь дополнительные скан-модули. А матрица меняется на раз-два. Ладно, ладно. Твоя запись готова, Эва. Что скажешь, как она тебе? Ну, еще сыровато, конечно, но сойдет. Самое главное, чтобы Ви могла туда попасть. Ну да, откалибруем под нее. Ну, нам с Чпок-стрита еще и не такое присылали. С этим как-нибудь уж справлюсь. Ну, тогда чего? Запускаем Ви. Пусть там осмотрится как следует. Давай. Ты готова? Уже бывала в сыром брейне?
Как-нибудь справлюсь. Давай начинать. Не вопрос. Ну, садись, располагайся и приступим. Сначала создам твой сенсорный профиль. Что? Какой еще профиль? Модель твоих эмоциональных откликов и ощущений. Надо подогнать ее, чтобы ты там не офигела. Иначе после подключения тебя в лучшем случае будет тошнить, как в низкопробных записях. А в худшем? А в худшем твои синапсы поджарятся, как на гриле. Но мы до этого доводить не будем. Окей, поехали. Надеюсь, больно не будет. Не, не в этот раз. Так, сиди смирно и смотри на меня. Сейчас я подключу тебя к сканеру. Будет слегка покалывать. Угу. Окей, теперь откалибруем оптику и остальные сенсоры. Смотри на эти два экрана, как будто ты окулист. И много у тебя таких заказов? Дофига. Обычно это материал девочек из клуба. Я просто, считаю, обрабатываю порнографию. Усиливаешь оргазмы? Скорее вырезаю все остальное. Для них же секс — это работа. Думают они о другом. Как платить кредит, что дарить мужу, из чего ужин готовить. Но даже там можно кое-что изменить, подкрутить и превратить эмоции во что-то незабываемое. Так что работа творческая, я не жалуюсь. Еще секунду. Надо заблокировать болевые рецепторы. Ну все, готово. Теперь потестим профиль. Я дам тебе что-нибудь на пробу. Ну, чтобы освоиться с редактором. Так-так, что бы тебе тут? А нельзя ее закинуть в мою запись? Быстрее будет. Лучше не рисковать. Это займет минуту. Я уже нашла кое-что подходящее. Что ты выбрала? Налет на магазин в Хейвуде. Новички снимали. Не помню, где я это откопала, но для нас в самый раз. Начнем? Это будет быстро. Погружение через 3, 2, 1. План простой. Никаких выкрутасов. Заходишь, выгребаешь бабло, отваливаешь, и мы продаем Брейн этим психам из студии. Ага, понял. И не забудь, все по полной программе. Они нам еще доплатят за высокий адреналин. Окей, давай вперед. Всем лежать! На землю! Целуем пол! Живо! Деньги! Быстро! Еще секунды, и я тебя положу! Тише, тише, я... Давай! Сейчас голову тебе нахуй отстрелю! Круто, да? Жаль, конечно, мы упарываемся, но почти все, что проходит через нас, годится только чтобы лысого погонять. Так, чего? Смотрим запись Эвы? Не знаю. Может, перерыв? Я до сих пор чувствую, как... Думаю, с меня хватит. Ви, времени нет. Возьми себя в руки. Ладно, ладно. Сейчас подключу тебя. И можем начинать. Воу-воу-воу, кого? Раннера из моей команды.
Она спец по безопасности. Будет говорить, на что обратить внимание. Это не проблема? Вообще-то проблема. Нет, мы так не договаривались. Расслабься, Джуди. Все будет нормально. Ты просто не понимаешь, как я рискую. Мало того, что надо копаться в этой записи, так еще и вас туда пускать. А что ты хотела? Мы все рискуем. Или Тибак подключается, или я ухожу. Джуди, прошу. Хорошо. Звони. Чего тянуть-то? Привет, Вир, что такое? Привет, Бак. У меня тут материал из Кампеки Плаза. Брейнданс. Кампеки? Ну, понятно. Кто там с тобой? Неважно, не обращай внимания. Мне нужна помощь. Надо понять, куда смотреть на записи. Поняла, я тебя проведу. Подключаюсь к тебе. Дай мне доступ. Открываю порт 1779. Защищаю протокол. Есть. Захожу. Сейчас отправлю запрос. Получила? Да. Ты готова? Секунду. Окей, проверила соединение. Устанавливаю временный лед. Готово. Стартуем. Джуди, подключай. Смотри внимательно. Нам надо узнать, где Йоринобу держит чип. Ничего себе тут камеры. Датчики движения, теплодетекторы, система свой-чужой. Ты же справишься с этим? Без проблем вообще. Если будет доступ к их подсети. У сигнализации новая прошивка. Но птички на бордах начирикали, что она дырявая, как решето. Я сгенерю ключи с поддельными сигнатурами. Для Ебли. Я угадал. Я сказал нет. Меня же за это убьют. Значит, погибнешь за правое дело. Простите, располагайся пока. Я закончу... Надо послушать их разговор. Там может быть что-то важное. Значит, погибнешь за правое дело. Простите, располагайся пока. Я закончу через минуту. Это мы посмотрим. Мой отец, замученный безыдейный дед, который...
Я закончу через минуту. Программа пока на стадии испытаний. Ее нельзя выводить на рынок. Это мы посмотрим. Пожалуйста, не спешите. Обсудите это с вашим отцом. Он уделяет этому проекту особое внимание и может объяснить, мой как опасно... Мой отец – замученный безыдейный дед, который не любит перемены и хочет жить вечно в своем маленьком застывшем мирке. Пожалуйста, мне не полагается даже слушать такие выражения. Так послушай еще. Сабура – безумный деспот, который потерял связь с реальностью. Он живет в мире, которого уже нет. Может, никогда и не было. Мы за 20 лет не договорились. Не договоримся и теперь. Пожалуйста, ознакомьтесь с документацией. Чип должен храниться в определенных условиях. Этим нельзя Ясно. Пренебрегать. Хватит. Слышала? Где-то здесь документы на чип. Посмотри вокруг. Прости, пожалуйста. Сложа, ветер. Стягни меня на землю, мастер. Хайвел сухой лезть по высоте. Я злобич не задумать. Эй, без здесь мира выгоды. Сильно вылетает. Ощи жу, сапка. Я сказал нет. Меня же за это убьют. Значит, погибнешь за правое дело. Простите, Располагайся пока. Я закончу через минуту. Программа пока на стадии испытаний. Ее нельзя выводить на рынок. Это мы посмотрим. Пожалуйста, не спешите. Обсудите это с вашим отцом. Он уделяет этому проекту особое внимание и может объяснить... Мой отец... Замученный безыдейный дед, который не любит перемен. Перемены. И хочет жить вечно в своем маленьком застывшем мирке. Пожалуйста, мне не полагается даже слушать такие выражения. Так послушай еще. Сабура. Безумный деспот, который потерял связь с реальностью. Он живет в мире, которого уже нет. Может, никогда и не было. Мы за 20 лет не договорились. Не договоримся и теперь. Пожалуйста, ознакомьтесь с документацией.
Чип должен храниться в определенных условиях. Этим нельзя пренебрегать. Ясно. Хватит. Прости, пожалуйста. Работа такая штука. Ничего. Я даже еще не совсем потеряла терпение. Все в порядке? Ты какой-то напряженный. Ничего. Скоро пройдет. Ага. Я этим и займусь. Но при одном условии. Ты будешь ставить условия мне. Только одно. Все внимание. На меня. У нас остались конфеты. В прошлый раз с ними было хорошо. В тумбочке, в спальне. У меня есть идея. Я сейчас вернусь. Все. Дробь зачтей. А я здесь тяну. Да, почему? Приходится. Автоматические турели. Последняя модель сканеров. Все системы подключены к серверу. Отключи их. Снаружи? Без шансов. Надо сначала проверить, как они подключены к системе. Угу. Все их системы безопасности подключены к подсети отеля. Будет нужен болт, иначе систему не отключить. А без него никак? Не, по крайней мере, других идей у меня нет. В прошлый раз с ними было хорошо. В тумбочке, в спальне. У меня есть идея. Я сейчас вернусь. Очень хорошо. Иди уже ко мне. Погоди, найду что-нибудь подходящее. Честно. О, вот это... Заряжен на предохранителе. Хорошо, что заметила. Не забудь об этой пушке во время налета. Тебе понравится. Чип надо хранить в контейнере с терморегуляцией. Он требует очень низкой температуры. То есть нельзя вынимать чип из холодильника? Да, иначе повредишь. Переключись в редакторе на тепловой слой. Так будет легче найти, где Юринобу держит биочип. Подходящее. О, вот это мне нравится. Ого, Донахис. Мистер Арасака что-то празднует. Думаешь, он туда положил чип? Слишком низкая температура. Есть риск колебаний.
Обычный холодильник. Температура не совпадает с указанной. Тут мы ничего не найдем. Так, есть термальный сигнал. Те же параметры, что и в документах. Значит, Юринобу точно держит кейс здесь. Да, похоже. Мы молодцы. Все, можно сворачиваться. Закрывай, редактор. Нашла, что хотела? Да, все нормально. Спасибо, Джуди. Мы закончили. Пока, Тибак. Хорошая работа. До скорого. Стираю все ваши данные. Если что, вас тут не было. Оставь себе. Эвелин заплатит. Это переносное устройство для обработки брейн-дансов. Я загрузила в него твои параметры. Не так хорош, как мое оборудование, но сойдет. Оставлять его слишком большой риск? Умно. Кстати, про риск. Вот смотрю я на вас, и знаете, что вижу? Я вижу ходячие, говорящие трупы. Спокойно. У меня все под контролем. Если вы проебетесь, и они придут ко мне... Джуди, перестань. Никому не придут. Эвелин, не ищи легких путей. Город не любит тех, кто так делает. Будь осторожна. Конечно. Давай поговорим через минуту. Все, пойдем. Ну, что думаешь? Инфа про Юринобу, про чип, брейндансы из Кампеки. Все складывается, план безупречный. Таких заказов один на миллион. Ага, спасибо. Теперь вопрос, пожалуйста. Я не верю в стечение обстоятельств. Где подвох? Боишься? Ищешь, как выйти из игры? Нет, хочу понять, что ты не блефуешь. Чтобы не вляпаться в говно, из которого не вылезу. Ви, с чего мне тебя обманывать? Мы с тобой в одной лодке, правда? Поверь, все под контролем. Неужели ты не боишься? Арасака ведь придет ко всем, у кого были дела с Юринобу. Много ходить придется. В том числе к тем, кто известен побольше моего. Как думаешь, на кого падет подозрение? На корпоратов и наемников? Или на девочку в его койке? Кажется, я поняла, откуда ты столько знаешь о Юринобу. Ну да. Мужчины в постели много болтают. Вас объединяет только секс? Бизнес. Только бизнес. Ты уверена, что Юринобу не ожидает от тебя подлянки? Юринобу ни о чем понятия не имеет. Он думает только о том, чтобы договориться с дозором. Хотя, если даже каким-то чудом он начнет что-то подозревать, то не успеет вовремя среагировать. Ты же об этом позаботишься, правда? Так, и что теперь? Ви, поработай на меня. Я имею в виду только на меня. Без посредников, с которыми надо делиться прибылью. Без Декса. Ты хочешь кинуть нашего фиксера? Я знала, что тут что-то не так.
Декс просто посредник, при этом совершенно бесполезный. Эвелин, не стоит кидать фиксеров. Это единственное правило Найт-Сити, которое наемники соблюдают. Мы сделаем по уму. Неважно. Такое обычно стоит репутации. А без репутации ты никто. Ты точно этого хочешь? Задай этот вопрос себе, а не мне. Чего тебе хочется больше? До конца жизни возиться с мусорщиками? Или за одну ночь стать легендой? Выбор за тобой. У этого выбора высокая цена. Слишком высокая. Я знаю. Поэтому все должно остаться между нами. Предлагаю тебе 50%. Достаточно, чтобы сделать, что хочешь. Только не в этом городе. Декс объявит на меня охоту, когда узнает. Декс не единственный фиксер в Найт-Сити. А такое предложение бывает только раз. Я подумаю. Угу. Когда решишь, звони. Сейчас отправлю свой номер. Окей. Удачи. Можешь идти, мне еще надо сказать пару слов Джуди. Как дела на фронтах, мисс Ви? Ага, ну я посмотрю. Эта запись Эвелин из Кампеки стоила потраченного времени. Неплохо. Тибак мне уже звонила, она разбирает материал. А что с болтом? Пока ничего. Сейчас займусь. Тибак говорит, что без него у вас нет шансов. За работу, мисс Ви. Молли, слушай, можешь помочь? Клиент тебя нагрел? Ты смотри, какое миленькое личико. На 8-й улице.